Stars. На сдаче экзамена по философии мне попался билет, который я абсолютно не знал. А вот моему одногруппнику билет, который я знал просто на зубок. Я стал ему тихонечко нашептывать ответы на него. Моему удивлению не было предела, когда подошел преподаватель и поменял нам друг с другом билеты. Вот фартануло.